Здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Сегодня 20 февраля, и это день, когда происходит экспирация опционов по индексу РТС. Можно подводить итоги предварительные. Что будет после 18:45, я пока, не знаю, могу предположить. Ну, давайте посмотрим, что же дает опционная стратегия. А дала она, в принципе, небольшую доходность, конечно, но в районе 10%. Сейчас мы это увидим за месяц. Вот. Ну, посмотрите. Сейчас вы видите личный кабинет брокера открытия. И вы видите, что вот здесь вот был практически ноль, тут он был пустой, и достаточно характерная штука. Я внес деньги, 58 тысяч, вот вы видите, да, 266 рублей, и стало там 60 тысяч ровно. Просто мне было интересно, как это будет работать, вот эти опционные стратегии, которые я сделал. И сейчас чуть попозже я расскажу, что я делал. Вот, но я строил опционную стратегию на основе не Condor даже, а проданный Straddle. Вот, и индекс РТС, он немножечко менялся, поэтому я управлял стратегиями. И типичная вот опционная стратегия внутри срока до экспирации, как правило, опционные стратегии уменьшают наши деньги. Почему? Вот так заложено в этой опционной стратегии. Они уменьшают. И здесь самое главное просто смотреть, наблюдать и ждать до экспирации, которая неминуемо приближается. Экспирация вот как раз сегодня, 20 февраля. Вот посмотрите, и к моменту экспирации все начинает расти. Вот он, торговый терминал. И давайте посмотрим, что у меня тут понастроено. Вот он такой график. Посмотрите, еще раз посмотрим на 24 января. Теперь возвращаемся к графику. 24 января. Вот она дата, 24 января. Сейчас тогда я график вот такой сделаю. Вот. Вот так. Вот, 24 января. Индекс РТС был 160 650 рублей. И что я делал? Я продавал опционы put и call. Одновременно или нет? По-моему, там одновременно было. Вот. И смотрим, что происходило. Я эти опционы продавал, покупал. И вы видели, что постепенно уменьшались у меня деньги на счете. Но что пошло дальше? Честно говоря, я не верил, что индекс будет расти. Я ожидал, что он будет падать. И я ожидал, что он будет падать очень сильно. Поэтому вы видите, что у меня накуплено достаточно большое количество опционов put. И опционы put 30 штук куплены. 30 опционов put куплено со страйком 130 тысяч. 15 опционов со страйком 140 тысяч, еще 5 опционов 142 500, еще 10 опционов куплено 145 тысяч, еще 2 опциона куплено со страйком 147 500. Давайте посмотрим, что это означает. Самый верхний 147 500, так? Вот он, 147 500, купленный put. Вот примерно здесь где-то. Сейчас мы нарисуем стрелочку. Тут не так важно на самом деле. Вот она. Вот она линия. То есть, если индекс РТС опустился бы ниже, чем 147 500, то этот опцион put начал бы приносить мне
достаточно большую прибыль, потому что я получил бы разницу между страйком и текущей ценой базового актива, ну, в момент экспирации. Но этого, вы видите, не случилось. Остальные там еще ниже. И все, что вот это вот я купил, вся вот эта конструкция, я ее купил, я заплатил за нее деньги, скоро мы увидим, какие деньги, все это превратилось, постепенно превращалось в ноль. Ну, когда я покупал, они были достаточно дешевые, но это ничего не значит, потому что они все, в общем сказать, ну, как бы, все в ноль. Все в ноль. Столько позиций, посмотрите. Раз, два, три, четыре, пять позиций убыточные. Теперь вот эта вот позиция. 152 500. Посмотрите, вот здесь она будет находиться у нас. 152 500. Вот примерно здесь. Посмотрите, сегодня... Четырехчасовой вот этот вот график смотрим. Сейчас я уже могу вот так вот его сдвинуть. И вот так. Смотрим, если сегодня вдруг ничего не случится, и индекс РТС не опустится ниже, чем вот эта вот розовая линия, то что получается? То вот этот проданный опцион put, вся премия станет моей окончательно. То есть сейчас она у меня пока виртуальна, но в момент экспирации она станет моей. И посмотрите, здесь продано 8 опционов put. И получается, что если цена на индекс РТС сегодня не опустится ниже, чем вот эта розовая линия, то вот этот опцион put окончательно принесет мне прибыль. Давайте посмотрим, сколько он сейчас стоит. Вот он, опцион put. Сейчас он стоит, его пытаются продать по 30 рублей и готовы купить еще сколько-то человек по 20 рублей за штуку. Я не собираюсь их выкупать, то есть для того, чтобы закрыть это дело, я могу сейчас выкупить и получить разницу между ценой продажи и ценой покупки. То есть я могу прямо сейчас выкупить их по 30 рублей. Вот, но я не хочу этим заниматься, потому что, ну, 30 на 8, 240 рублей, зачем мне терять лишнее? Но я их прямо могу сейчас получить, и все это будет у меня на счете. Теперь следующая позиция. Вот это вот еще интереснее позиция, намного интереснее. Смотрите, 100, страйк вы видите, 155 тысяч, и это колл. Давайте я нарисую сейчас еще одну линию розовую. 155 тысяч. Где-то вот здесь она будет. Посмотрите. Вот если индекс РТС поднимется, РТС 3.20 поднимется выше, чем эта линия, то я буду вынужден заплатить разницу тому, кто, ну, какому-то держателю этих опционов, разницу между 155 тысяч и той ценой, которая будет на момент экспирации в 18 часов 45 минут. Давайте посмотрим здесь в меньшем масштабе. Вот посмотрите, она сегодня вот поднималась, вот это вот мои убытки. Вот мои убытки потенциальные доходили до, ну, 400, грубо говоря, рублей за один контракт. Но сейчас они внизу, и если вот на этой, скажем, ноте он закроется, вот на этой позиции, то я никому ничего не должен, и эти деньги тоже останутся моими. Ну и
Здесь есть 11 купленных опционов call, которые уже практически ничего не стоят. Вот вы видите стакан. Он вообще пустой. Никто не хочет их покупать, потому что никто не верит, что индекс РТС сегодня подпрыгнет до 165. Это куда-то вон туда, вон в небеса. Но понятно, что этого не случится. Практически наверняка. Вы понимаете. Вот, так что вот они, две розовые линии. Если между двумя розовыми линиями, то вот по этим позициям я остаюсь в прибыли. Ну, а все те опционы, которые зелененькие, они превратятся в тыкву. Сегодня 18 часов 45 минут. И давайте посмотрим уже в личном кабинете, как все это выглядит. Вот он, личный кабинет мы видим. И смотрим. Вот здесь вначале было 60 тысяч. Вы видите, позиция опускалась, деньги. И под конец стали подниматься. Ну, я их двигал, я уже говорил. Давайте посмотрим финансовый результат. Вот финансовый результат. Я уходил в убытки. Убытки достигали до 20 тысяч рублей. Это, в принципе, это нормально, потому что здесь опционная стратегия, она, ну, как бы в действии. И все это, ну, здесь не надо теряться, здесь надо, ну, как бы это опционы. И потом они начинают расти ближе к экспирации только. И на момент экспирации, вот вы видите сейчас, 4918 рублей. Я надеюсь, что эта сумма еще немножечко подрастет, ну, там, до 5000. 5 делим на 60 равно 8,3% за месяц. Это много или мало? Ну, если сравнивать с доходностью по банковскому депозиту, то это совершенно заоблачные цифры, потому что доходность сейчас по банковским депозитам в районе там 6-7, ну максимум 8% годовых, здесь за месяц 8,3%. Но для опционных стратегий это очень-очень скромный результат, потому что здесь доходности достигают там 30-40, там 100-200% в месяц. Могут быть здесь в зависимости от того, как мы их построим. Ну а теперь давайте посмотрим на сами позиции, как они выглядят. Вот, посмотрите. Как я уже говорил, у меня все вот эти вот позиции, которые вы видели, посмотрите, вот проданные 7 опционов, и цена открытия позиции 3190, ну здесь пунктов написано, в принципе это рублей. То есть я их продал по 3190 рублей, сейчас им цена 155-м, посмотрите, еще раз, 155-м цена, сейчас 300, по 340 рублей я их могу сейчас выкупить, но я этого делать не буду. Вот, но я их продал по 3190 рублей. Поэтому разница между текущей ценой, вот которая сейчас здесь есть, вот здесь 340 рублей и 3190, ну, короче говоря, вот она записывается мне в прибыль. И эта прибыль равна 25 412 рублей по этой позиции, по 7 проданным опционам call. Да, это call. Вот, теперь дальше. Купленные опционы, посмотрите, вот эти 11 опционов я купил по 400 рублей, и цена составила, ну, убытки, минус 5447 рублей. Купленные опционы put по 130 тысяч, они все, они в прах превращаются, увидели, что пустые стаканы. Я их купил по 70 рублей за штуку, 30 штук, симметрии 21, но здесь в пунктах цена, поэтому пункт там немножечко больше стоит, поэтому 2799 рублей. И минус 100%, то есть они полностью уже обесценились, это убыток чистый. 140-е, помните, я говорил, что они, скорее всего, превратятся в ноль, они уже превратились в ноль, убыток составил 4000 рублей. 142 500 страйк, то же самое, убыток
По 190 рублей я их покупал, 5 штук, 1145 рублей. Еще 145, 10 штук, по 300 рублей я покупал, минус 3690. Видите, сплошные минусы. Вот, соответственно, 147 500 я покупал 2 всего, по 1260 пунктов, значит, минус 3168 рублей. Это финансовый результат накопленный. И 152 500 страйк, у меня минус 8, проданы опционный пут, это та самая нижняя розовая линия, помните, да? Вот, по 2900 пунктов я продал их и получил за это, ну, в районе 29164 рубля. Вот, ну, соответственно, здесь можно прикинуть, какие деньги вот эта стратегия, ну, принесла. Она плавала, значит, я здесь, ну, не все сразу покупал, продавал, потому что я там что-то двигал в процессе. Все это можно посмотреть. Ну, здесь в данном случае 29 тысяч плюс 25 тысяч, сколько получается там, 54-55 тысяч, по-моему, в этом районе. Вот, и минус все вот эти убытки, которые были по убыточным позициям. Но вы видите, что убыточные позиции, они не такие большие убытки, хотя их много, но тем не менее они есть. Вот, ну и что такое? Вот здесь вот финансовый результат написано, вариационная маржа, накопленная с момента открытия позиций. Ну вот она накапливается. И она накапливается достаточно медленно и интенсивно. Она, вот эти вот суммы, они интенсивно как раз увеличиваются ближе к экспирации. Поэтому опционы надо доводить до экспирации. Ну вы видите, что 8,3% за месяц данная стратегия принесла. А о том, как строить эти стратегии, я как раз буду в ближайшее время рассказывать. И курс по опционам, он уже скоро, я думаю, начнется, который я рассказываю. Ну, еще раз, 8,3% или, ну, вложив всего 60 тысяч рублей, получил 5 тысяч рублей прибыли за месяц. Вот, сейчас записаться можно на этот курс за 4000 рублей, то есть он может окупиться всего за один месяц буквально. Это будет достаточно сложный курс, он уже, я бы не сказала, что для чайников, для тех, кто закончил курс биржа для чайников, делается скидка в 50%, то есть за половину цены. Вот, для тех, кто не участник курса биржа для чайников, 4000 рублей, которые могут очень быстро окупиться. Это первый мой курс, он пробный. Цена ниже не будет, не надейтесь, она будет только выше. Я думаю, что она будет в районе там 10-15 тысяч рублей за этот курс. Поэтому пока еще цена невысокая. Ссылочки снизу dimitkovyur.com, кнопочка «Опционы». Ну и там же биржа для чайников, потому что предполагается, что люди уже понимают, что такое стакан цен, что они умеют работать с терминалом. Что нужно для того, чтобы работать с опционами? Работать с опционами, для того, чтобы работать с опционами, нужен брокер, который дает вам доступ не только на срочный рынок, но и доступ к опционам. Это делают не все брокеры. Я не знаю, Сбербанк брокер там делает это или нет. Я подозреваю, что может и не делать. Второе. Эти опционы можно покупать, продавать только через терминал Quick, через личный кабинет. Практически, ну, я еще не встречал, что кто-то дает возможность покупать, продавать опционы через личный кабинет, то есть терминал Quick надо
устанавливать, и надо знать, как с ним работать. Поэтому я делаю скидку для тех, кто закончил курс биржи для чайников, потому что там как раз я рассказываю о том, как работать с терминалом Quick и все вот эти вот тонкости. То есть предполагается, что у человека есть терминал Quick и что он умеет на нем работать. А чтобы установить терминал Quick, ну, наверное, нужен какой-то самый простой, но компьютер все-таки. То есть с телефона опционы недоступны. Но это с одной стороны. С другой стороны, они дают очень хорошую доходность. И когда как раз, скажем, рынок не растет, или рынок падает, или рынок стагнирует на одном месте, то как раз вот в эти моменты как раз опционные стратегии и дают очень даже неплохие результаты, высокую доходность. Особенно, когда вот просто все стоит на месте. Просто взял, продал все, текущую позицию и, собственно, жди экспирации. Очень удобная штука. Вот такая вещь. Значит, еще раз записывайтесь на этот курс. Сегодня поставьте, пожалуйста, лайк. Вопросы задавайте в комментариях. На сегодня все. Спасибо за внимание. С вами был Демитков Юрий. И до встречи на уже курсе по опционам. До свидания.